Сюрприз мини-лента 3. Cute animals. Сюрприз-коллекция кекса-кекс. Два сюрпризика, губка-боб, квадратные штаны. Всем привет, ребят, с вами Анна Голд. И я Кексик, всем привет! А давай прямо сейчас откроем сюрпризик мини-лента 3. Например, вот этот. Итак, мы его сейчас откроем. Так, открыли. Первый сюрпризик. Ой, он куда-то провалился. Так, первый сюрпризик. И второй. Ой, прилип. Вот, второй сюрприз. Это такая вот шоколадка черно-белого цвета. Такая-то интересная. И она тоже сделана из бумаги. Давайте ее прямо сейчас положим вот сюда, в корзиночку для покупок. И открываем следующий сюрпризик. Набор с шоколадками Мерси. Такой вот интересный наборчик с вкусняшками. И мы его тоже положим вот сюда, в корзинку для продуктов. Так, открываем. И смотрим, что здесь такое. Странное. Здесь у нас рука и вот такой вот стол. Посмотрите, ребят. Такая вот рука. Интересно. Давайте приклеим руку в блокнот. Давайте, например, вот сюда, на первую страничку. Начинаем открывать этот сюрприз. Бу! Так, нужно его аккуратненько открыть. И давайте скорее посмотрим, что здесь такое. Ребята, посмотрите, мне попалась одна из главных героинь этого мультика. Я думаю, вы ее все уже узнали. Эту героиню зовут Уэнсди. Она очень серьезная девочка. И эта героиня тоже отправляется в блокнот. Примерно вот так. Кстати, ребята, а я уже успела ходить в кино на семейку Адамс. И я скажу вам, что мне, ну, очень понравилось. Но все же эта семейка очень жуткая и забавная. И советую вам ее посмотреть. А кто хочет, я вам могу рассказать спойлеры. Ой-ой-ой, вот этого вот точно нет. Но я же хочу рассказать. Нет-нет-нет. Кекса-кекс. Так, что здесь за кексик? Пишите свои предположения прямо сейчас, ведь я его уже достаю. И это новогодний. Посмотрите, какой классный кексик. На голове у кексика белая глазурь, чем-то напоминающая снег. А на самой верхушке две печеньки в виде человечка и елочки. А на ушках у кексика гирлянда разноцветная. И на кексницы снежинки. Ведь это новогодний кекса-кекс. Мой блокнотик кекса-кекс 2. Это у нас хэллоуинский кекса-кекс. Такой забавный. С посыпкой на голове. Такие вот вкусненькие тоже кексики. Клубничка одна из моих любимых. И вот этот вот новенький мы с вами приклеим тоже вот сюда, на новенькую страничку. Вы любите отмечать праздники? Какой ваш самый любимый? У меня это Новый год, Хэллоуин и день рождения. Сюрприз мини-лента 3. Вот мне кажется, что здесь что-то съедобное, хотя я точно не уверена. Так что давайте скорее откроем и посмотрим, что здесь на самом деле. Так, как и обычно, здесь у нас два сюрприза. Итак, сейчас посмотрим, что здесь мне такое попалось. Так, первое. Это Фанта первое. А второе, что у нас здесь, это Лейс. У меня тут целая гора этих чипсов в миниатюре. Чипсы Лейс с луком порей. Вот такие вот чипсики. Очень интересные и легкие, так как сделаны полностью из бумаги. И покрашены акриловыми красками. И второй сюрпризик. Это такая вот объемная Фанта. Она сделана не из бумаги, а из легкого пластилина и тоже покрашенной акриловой краской. Такая вот интересная Фанта. И она тоже у нас легкая, потому что это легкий пластилин. И, кстати, немножечко даже мягкая. Интересный комплект, правда? Давайте эту еду мы положим в корзину для продуктов. Вот такая у меня целая коллекция уже. Если вы видели все мои видео, там где я распаковываю как раз это, то вы молодцы, и большое вам за это спасибо. Какой же мне следующий сюрпризик открыть?
Анюта, открой скрепыши! Ой-ой-ой-ой. Итак, открываем первый сюрпризик. Белый скрепыш. О, ребята, мне попался Олаф. Он из мультика «Холодное сердце». Давайте приклеим его в блокнотик. Примерно вот сюда. Кстати, ребята, а вы не забыли, что вы можете придумать имя для любого из моих скрепышей? Что же здесь, что же здесь? Посмотрите, какой же он милашка! Давайте поскорее посмотрим. О, у меня такой розовенький язычок! Я думаю, вы уже узнали его, ребят. И, кстати, этот милый персонаж из мультика «Холодное сердце», вторая часть. Этого милого ящера я приклею рядом с Олафом, примерно вот здесь. А ты любишь сюрприз Gacha Life? Тогда мы его прямо сейчас и откроем. Этот сюрпризик, так, Gacha Life. Открываем. И смотрим, кто же здесь попался мне. Давайте найдем ее силуэт в блокноте и приклеим. Но сначала я вам хотела показать всех моих персонажей из игры Gacha Life. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Сейчас мы с вами приклеим. Вот так вот она выглядит в блокноте. И предлагаю открыть вот такие вот интересные и яркие сюрприз-пакетики. Открываем Ривердейл. Так, надо его как-нибудь аккуратненько открыть. Если вы смотрели Ривердейл, то вы наверняка знаете, кто это. Давайте мы ее приклеим вот сюда, на первую страничку. Так, открываю этот сюрприз. Он очень красивый, такой прикольный. В розовых тонах. Коктейльчик. Вкусняшка. Так, открываем и смотрим. Так, тоже какая-то девчонка. Если ты ее знаешь, напиши. Давайте ее приклеим в блокнотик. На вторую страничку. Я решила выбрать вот такой вот сюрприз-пакетик с буковкой R. Так, где бы мне его открыть? Давайте прямо порвем. Итак, смотрим, что здесь такое. О, ребята, это чья-то маска! Интересно, кому она принадлежит? Эта устрашающая маска отправляется в блокнотик. Мне вот кажется, что эта маска похожа на льва. А вы как думаете? Ну а я уже открываю этот сюрприз. Так, давайте где-нибудь здесь откроем. Ага, открыла. Посмотрите, какой кавайный! Пикачу в кепочке! Какой у тебя любимый покемон? Вот у меня, конечно же, Пикачу! Давайте его прямо сейчас приклеим в блокнотик. Кстати, вот такой вот милый блокнотик у меня. Тоже кавайный из Пикачу. Так, открываем и приклеиваем на первую страничку. Вот сюда. Никак не хочет открывать этот сюрприз. Что такое? Все, наконец-то я его открыла. Посмотрите, какой очаровательный! О, ребят, я просто обожаю этого милого Пикачу. Он решил покушать большой леденец. Посмотрите, какой кавайный. О, люблю его. Такой классный. Давайте мы его тоже приклеим в блокнотик. Ривердейл. Мне вот хочется открыть именно этот сюрприз-пакетик. Он очень необычный и прикольный. И рвем. Так, кто это мне здесь попался? Так, сейчас посмотрим. Его зовут Арчибальд. Что интересного вы знаете об этом персонаже? Напишите мне в комментариях. Давайте его приклеим вот сюда. В блокнотик. Вот кто мне попадался ранее, кстати. А вот как выглядит блокнот Ривердейл. А сейчас Адамсы! Адамсы так Адамсы! Я выбрала этот пакетик, потому что здесь осьминожек.
Так, сейчас мы его откроем. Та-дам! Перфорация. И здесь у нас сюрпризик. Ее зовут Мартиша. Как вам этот персонаж? Давайте ее прямо сейчас приклеим в блокнотик. Милые да жути! Интересно, что здесь такого миленького? Давайте посмотрим. Так, открываем. Ребята, я вижу чей-то рог. Это же единорог. Посмотрите, какой милый, кавайный и стильный. Вы бы хотели себе такую заколку? Я очень. Этот милаха отправляется в блокнотик. Вот таким вот образом единорог смотрится в блокноте. Так, а нет, пока что нет. Хочу я быстренько похромкать этими вкусными чипсиками. Пойду на кухню. Сюрприз-коллекция скрепыши. Так, что здесь за скрепыш такой? Он такой прикольный, весь в снежинках. Неужели новогодний скрепыш? Да, посмотрите, какой он квайный и милашный. Внимание, внимание, новый скрепыш. Мне попался кавайный снеговичок в новогодней шапочке. Он очень няшный. Классный скрепыш. А вы не забудьте ему придумать имя прямо сейчас в комментариях под этим видео. Клеим на новую страничку. Давайте откроем вот этот сюрприз-пакетик. А вы мне пока что напишите в комментариях, как ее зовут. Так, а я открываю. Так, и смотрим, кто мне здесь попался. Вы его узнали? Я думаю, точно узнали, потому что многие уже посмотрели этот мультик «Семейка Адамс». Его зовут Ларч, и он дворецкий. Давайте его приклеим в блокнотик «Семейка Адамс». Кто из вас знает, как его зовут и кто это такой? И этот персонаж отправляется в блокнотик. Очень-очень много сюрприз-пакетиков. Хранитель ключа. Так, давайте выберем один из этих сюрпризов. Ну, например... Итак, я уже выбрала сюрприз. А вот и он. А эти мы с вами откроем в следующий раз. Открываем сюрприз «Хранитель ключа». Так, кто здесь? Та-дам! Этот милашка очень мне напоминает кексика. Ну-ка, где, дай посмотрю. Ну да, чем-то немножечко отдаленно похож. Скорее всего, ушками, да? Да, ушками и носиком. Да, очень похож. Только я не космический. Да, это точно. Мне попался очень яркий монстрик, и мне почему-то кажется, что он здесь самый главный. А как ты думаешь, кто из этих хранителей самый главный? Да-да, вы не ошиблись, я здесь самый главный. Ты главный? У нас здесь вообще-то главных нет. Да-да, мы все здесь сами по себе. Вот именно поэтому я сам выбрал себя главным. А я вот не согласен. Может быть, здесь я на самом деле самый главный. Ребята, не ссорьтесь. Давайте лучше веселиться. А тебя мы, пожалуй, посадим вот сюда, в этот кармашек. Итак, наряжаем елку и упаковываем всем подарки. Ведь скоро уже Новый год. Но вообще-то он не совсем скоро. Но я обожаю праздники. Ура! Отмечаем! Ура! И следующий сюрпризик. Веселые до смерти. Открываем. И кто же здесь? Так, сейчас посмотрим. А вы скорее не забудьте написать в комментариях, кто здесь такой мне попался. О, это чья-то борода или волосы? Интересно, сейчас увидим. Кто готов вместе со мной открыть сюрпризик мини-лента 3? Я всегда готов! Ну тогда я уже начинаю открывать сюрприз мини-лента 3. Так, открываем. Так, первый сюрпризик и второй. Да-да, ребята, здесь у нас два сюрприза, если вы не знаете. Так, какой-то цилиндрический и более плоский. Наверное, с плоского начнем. Хотя он тоже, ребят, объемный. Не совсем плоский. Что это? Какая-то интересная вкусняшка? Да, это конфеты. Вот такая вот интересная упаковочка.
Здесь нарисованы эти конфетки. Кто из вас их любит кушать? Вот мне они очень нравятся, особенно как и Орео печенье. И второй объемный бумажный сюрпризик. Это, ребят, сделано из бумаги и покрашено акриловыми красками. Это у нас печеньки, но не обычные, а с шоколадом. Вот такие вот вкусняшные печеньки. Такая вот интересная упаковочка. Какой из этих сюрпризов тебе понравился? Эти сладости мы с вами положим в корзину для покупок. Посмотрите, как же у меня здесь много всего. Даже есть любимые Орео. Еще есть, кстати, вот такие печеньки. Но это уже спойлер для вас, кто еще, если не смотрел эти видосы. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Они очень классные и интересные. Сюрпризик Cute Animals. Здесь есть милые с пчелками, с бантиками, с божьей коровкой, с милой совой и с бабочкой. Я бы, наверное, сегодня хотела открыть, даже не знаю. Поможете мне с выбором? Давайте откроем вот этот сюрприз-пакетик с бантиком. Так, открываем. И смотрим. Так, не до конца порвался. Так, открывайся, я уже хочу посмотреть, что же там за сюрпризики. Так, ага, вот, открыла. И мне попался милый зайчик. И мне кажется, что это мягкая игрушка. И здесь еще, кстати, есть морковка. Мне кажется, что это очень кавайный и милый сюрпризик. Интересно, а кто же здесь прячется в этом сюрприз-пакетике? Давайте откроем и посмотрим. Так, открываем. Здесь я, ребята, уже что-то вижу. Так, сейчас откроем. Это чьи-то волосы. И мне попалась Эльза. Так, вот ее пышная причесочка. Мне кажется, очень похожа на Эльзу, как в мультике. Вы как думаете? Два сюрпризика. Губка Боб, квадратные штаны. Давайте возьмем первый сюрприз. И смотрим, что мне здесь попалось. Итак, вы пока что мне не забудьте написать в комментариях. Хотела я сказать, но если же мы сразу видим, кто мне попался. Это же мистер Крабс. Пришло время открыть сюрпризик Пикачу. Правильно, кексик. Так, давайте откроем этот сюрприз. Так, открываем этого милаху. И нам попадается милаха. Точнее, это даже у нас не просто милаха, а чехол на телефон с Пикачу. О, я просто обожаю чехлы на телефон. Мне кажется, я бы такой купила. А вы, ребят, носили бы такой? А сейчас я вам покажу, кто же мне попался ранее. Вот такие вот сюрпризы. Пикачу, который кушает конфетку, и Пикачу в кепочке. Ну а сейчас мы с вами приклеим вот этот сюрпризик вот сюда. Итак, приклеиваем. Вселенная Стивена! Кто фанат этого мультика? Если честно, его не особо люблю. Мне попался один из главных персонажей. Его зовут Стивен. Хочу открыть сюрприз мини-лента 3. И смотрим, что здесь внутри. Так, здесь у нас два сюрприза. И они у нас большие. И они у нас сделаны из бумаги, ребят. Объемные сюрпризы. Я бы хотела, наверное, открыть первый. Это упаковка конфет Рафаэлла. Они, кстати, одни из моих самых любимых, потому что они такие сладенькие и вкусные. У кого-то тоже любимые конфеты, ставьте лайк. Посмотрим, сколько у нас таких. Вот такая вот интересная упаковочка. А второй сюрпризик. Это тоже кое-что сладенькое. Это зефирки. Кстати, они с яблочным вкусом. Кто такие любит, тоже ставьте лайк. Только уже в комментариях. Давайте все эти вкусняшечки положим в корзиночку для покупок. Смотрите, сколько у меня здесь уже всего. Есть чипсики различные, томатный сок, тоже конфеты, Орео. Много всего интересного и вкусненького. Если вы еще не смотрели эти видео, где я распаковываю сюрпризы мини-лента 3, обязательно их прямо сейчас посмотрите. Ну, конечно же, после этого видео. Ребята, у меня для вас есть очень важный вопросик.
Какие сюрпризы вы бы хотели видеть на нашем канале? Не забудьте написать нам об этом в комментариях под этим видео. И, конечно же, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. И нажимай на колокольчик, чтобы тебе приходили все уведомления о моих новых видео с бумажными сюрпризами. И пишите комментарии по поводу моих сюрпризов. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока, ребята, с вами была я, Анна Голд. Я Кексик. Всем пока-пока. Так, вроде как никого нет. Так, ребята, срочно готовимся к Новому году. Ведь он уже совсем близко. Ура, Новый год! А если тебе нравятся мои бумажные сюрпризы, то не забудь обязательно посмотреть и другие мои видео. Нажимайте на них и смотрите. В этих видео мы с вами продолжим играть и распаковывать новые бумажные сюрпризы. Всех очень-очень сильно люблю. Пока-пока!